Так, сегодня у нас 8 марта. Я нахожусь в Сивцефражек. Вот он. Вот. Ну, пойду вот туда, например. Пока. Вот здесь у нас, значит, здесь я прохожу. Здесь такой скверик. Срущие псины. А, ну и здесь вот скульптура. Тут вот та скульптура, это вот, скорее всего, Герцену посвящена, значит. Здесь как бы, ну, есть его музей Герцена. Я просто не знаю, в какой стороне. Вот музей Герцена здесь. Жил здесь Рахманинов еще. В этом же Сивцефражке. Забавная скульптурка. Рука с бабушкой. Вот, ну, здесь вот стоит более современный дом. Значит, здесь вот Шестопалов, вот маршал. Вот, потом Вутечич, по-моему. Он тоже ему доска. А здесь, как я понимаю, вот этот музей. Он сейчас вот на реконструкции. Вот здесь тоже, как я понимаю, в этом же доме жили еще несколько начальников. Вот Куркоткин. Я даже не знаю, кто такой. А вот еще один. Одна доска, она не считается. Ну, мной не считается, как говорится. Вот в этом же доме, оказывается, жил Маргелов. Ну, как его дядя Ваня, да? Василий Липович. Дядя Вася будет, да? А может, это не он. Ну, вот на мой, как бы, на мою память Маргелов только вот один у меня возникает. Вот, ну, в принципе, Сивцефражек, вот он, идет дальше. Вот он там заканчивается, как я понимаю. Вот это у нас там... как бы уже пересечение с бульваром, по-моему, Гоголевский. Вот, и Сивцефражек, он был назван, ну, как бы не в честь, а из-за того, что здесь был овраг около реки Сивец. Из-за этого называется Сивцефражек. Вот, то есть, ну, как бы здесь знать селилась потихоньку, да, и как бы вот, как бы возник вот такой переулок.